Антарктида привлекает внимание как ученых, так и обычных людей. Однако больше всех путешествуют в холодные края спецслужбы и политическая элита. Возникает логичный вопрос, что они там делают? Как стало известно, под вековыми льдами скрываются загадочные сооружения, настоящие пирамиды. Согласно некоторым данным, особенно часто в Антарктиду в свое время приезжали немцы, которые в итоге смогли сделать рывок в технологиях, создать реактивный самолет, микроволновую печь и так далее. Отдельно стоит рассмотреть немецкую микроволновку. Некоторые предполагают, что она является побочным продуктом некоего явления, которое наблюдается в Антарктиде. Под пирамидами, скорее всего, располагается установка, которая является источником сильнейшего излучения. Волны распространяются по территории Земли и вызывают землетрясения. Приложение Strava по средству GPS отслеживает передвижение пользователей и вносит в свою базу данных. Многие пользователи решили посмотреть на Антарктиду, и, как оказалось, под пирамидами ходили военные. Буква С указывает схему военного объекта. По форме он напоминает коллайдер, правда, размеры не совпадают. Таким образом, возникает ряд вопросов. Кто вообще создал установку? Кто ее контролирует? И почему она вообще работает, если приносит такие беды? Пока что говорить что-либо об этом невозможно, так как обычно покрыто все большим слоем лжи и умалчиваний. Напишите, что вы думаете об этом. Мира вам и процветания. Пока.